Всем привет! Что же покупают на Али? Вот новая подборка из 15 классных и полезных товаров, которые популярны на Алиэкспресс. Приятного просмотра! Нескользящий коврик для ванной обладает рядом качеств, которые делают его самым подходящим половым покрытием для использования именно в этом помещении. Особенность конструкции обеспечивает его стабильную устойчивость на скользком полу. Приятное на ощупь покрытие обеспечивает комфортные ощущения при прикосновении к нему голыми ступнями. Основа изделия пропускает воду, имеет антибактериальные свойства. Материал, используемый для изготовления изделия, и особая структура волокон способствует быстрому испарению влаги с поверхности изделия, предотвращая размножение на изделии различных вредоносных бактерий, плесневых грибков и других опасных микроорганизмов. Торцевой зажим для деревообработки и не только. Клещи идеально подходят для всех типов столярных работ, составления проекта, общих работ, в которых нужно зажать детали и так далее. Эти универсальные клещи имеют широкие захваты, которые равномерно распределяют нагрузку и не испортят ваши заготовки. Конструкция струбцин делает крепление и зажим детали еще более быстрым, простым и надежным. Рукоятки клещей просто сжимаются, и струбцина надежно фиксирует детали, независимо от их толщины. Большая пята одного из рычагов располагается с лицевой стороны на линии сопряжения деталей, захватывая сразу обе детали, и обеспечивает выравнивание лицевой стороны на время сверления и завинчивания саморезов. Жилет с подогревом, управление которым обеспечивает три уровня подогрева. Система нагревающих пластин из углеродных волокон находится на спине, почках и пояснице. Жилет выполнен из тонкого и теплого неопрена. Удобен для носки в нижнем слое одежды. Функциональные особенности. Жилет дает комфорт в холодную погоду. Идеален для носки в нижнем слое одежды. Его можно стирать при температуре в 40 градусов. Все нагревательные элементы спрятаны под внутреннюю подкладку из велюра. Благодаря основному материалу жилета он позволяет долгое время сохранять температуру вашего тела и работает как отличный теплоизолятор. Настенный диспенсер в ванную имеет вакуумную технологию, которая помогает выдавить содержимое экономно и избегая прямого прикосновения к тюбику. А главное, нет надобности постоянно закрывать зубную пасту. Данная модель оснащена двумя дозаторами. Можно установить сразу два тюбика зубной пасты, один для взрослых, другой для детей. Есть отделение для хранения дополнительных аксессуаров типа станка для бритья, расчески, тюбика крема и так далее. Идеально подходит для семьи из 4 человек. В комплекте 4 стакана для полоскания рта, 2 из которых магнитные. Это будет удобно деткам. Держатель имеет 5 слотов для хранения зубных щеток, которые аккуратно прячутся. Конструкция легко разбирается и легко моется. Поставляется с самоклеющейся наклейкой, которая очень надежна и просто крепится к стене. Так что бурение не потребуется. Мужской тактический ремень – очень крепкий экземпляр, часто используемый военными, рыбалками, охотниками из-за быстрого снятия и надежности. Поэтому советую каждому эту модель ремня. Удобно и практично, не надо пробивать дырки, и она не расслоится. Тактический пояс предназначен для ношения различных элементов экипировки, подсумков, ножен, чехлов для телефона, фонарика и многого другого. Он позволяет равномерно распределить все эти предметы, тем самым избежав дисбаланса, который, как правило, мешает передвигаться. Также благодаря поясу руки пользователя остаются свободными, при этом множество полезных предметов остаются в пределах досягаемости, что чрезвычайно важно в полевых условиях. Светодиодная лампа с датчиком движения позволяет существенно экономить электроэнергию, включает освещение автоматически, когда в зоне детектирования датчика, это около 3 метров, происходит движение. Освещение включается на 30 секунд и после прохождения автоматически отключается. Лампа вкручивается в патрон-держатель вместо обычной лампы накаливания и включается при обнаружении движения, значительно экономя электроэнергию. В светлое время суток встроенный фотодатчик держит лампу в выключенном состоянии. Дневные ходовые огни, дополняющие сигналы поворотника. Инновация в автомобильном тюнинге. Гибкие силиконовые трубки, внутри которых расположены миниатюрные светодиодные лампочки желтого и белого цвета. Дневные ходовые огни обеспечивают мощный и равномерный свет на 360 градусов. Это позволяет достичь отличной видимости и повысить уровень безопасности движения. Максимальная защита от влаги и диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 80 градусов. Гарантия качественной работы оборудования в любых условиях. Удлинитель с необычным форматом имеет две розетки переменного тока и 4 разъема для USB кабеля. С помощью него возможно заряжать несколько устройств одновременно. Очень удобно использовать такой удлинитель в поездках, благодаря компактным размерам и небольшому весу. Длина кабеля составляет 1,5 метра.
Портативная соковыжималка для цитрусовых изготовлена из качественного пищевого пластика. Состоит из чаши и насадки. Проста в использовании. Фрукт нужно разрезать напополам и прокрутить на насадке, после чего сок выжмется в чашку. Штука дешевая, но на кухне будет крайне полезной. Автомобильный Bluetooth-приемник от Boseus. Гарнитура предназначена для беспроводного приема звука сигнала и передачи его на любое устройство, имеющее аудиовыход AUX. Если в вашей автомагнитоле, активных стереоколонках или другом воспроизводящем устройстве нет Bluetooth, то через ресивер можно передавать звук с любого телефона или планшета. Адаптер оснащен микрофоном с системой подавления шума, который позволяет организовать в автомобиле громкую связь hands-free. Кроме того, благодаря компактным размерам, эргономичному дизайну и наличию кнопок управления на Bluetooth-приемнике, с ним легко превратить ваши проводные наушники в беспроводные. Гаджет может работать как от встроенного аккумулятора, так и с подключенной зарядкой. Качественный кабель AUX со штекером 3,5 мм от Ugreen позволяет легко подключать к вашему автомобилю любое устройство, в котором есть аудиопорт 3,5 мм. На рынке полно подобных аудиокабелей, но действительно качественные стоят намного дороже, чем на Али, а дешевые служат недолго и часто ломаются. Я лично поломал уже несколько дешевых кабелей, так что и заказал себе этот кабель в авто. Благодаря сроку службы изгиба плюс 10 тысяч часов, несколько раз дольше, чем у других аудиокабелей, металлическому корпусу премиум-класса и прочной гибкой хлопчатобумажной нити изнутри, экологически чистым материалом ТПЕ и внешней нейлоновой оплетке, этот кабель действительно долговечен. Силиконовые формы для шоколада. С их помощью вы можете приготовить уникальную по вкусу плитку шоколада, дополнив шоколад кремовой начинкой, орехами, цукатами или пряностями. Приготовить шоколад дома по собственному рецепту легко, когда под рукой есть необходимые ингредиенты и особая силиконовая посуда. Заполните форму заранее приготовленной смесью и поставьте в морозильную камеру. Через несколько часов плитка шоколада незабываемого вкуса готова. Форма изготовлена из качественного термостойкого силикона. При помощи такой высококачественной формы можно создать шедевры кулинарии. Органайзер для хранения мелочевки – полезная вещь не только дома, но и в мастерской. Можно использовать для хранения мелких предметов, таких как гвоздей, шурупов, шпилек, скрепок и много других деталей можно в ней хранить. Изделие изготовлено из высококачественного пластика полипропилена. Органайзер можно настроить как вам удобно, а также в будущем докупить еще отделение и сделать его больше. ТВ-приставка M2 Plus – это компактный HDMI-адаптер для телевизора, беспроводное Wi-Fi устройство, которое позволит вам смотреть любое видео или фотографии со смартфона, планшета или ноутбука на телевизоре. Незаменимо при просмотре фотографий, видео, фильмов, а также игр в широкоформатном режиме. Помимо этого, медиаплеер позволяет прослушивать музыку, смотреть странички в интернет, просматривать документы. Подключается к мобильному устройству по Wi-Fi. Для подключения устройства используется USB-кабель, который идет в комплекте. Кабель можно подключать непосредственно к телевизору, если в нем присутствует USB-выход, либо в зарядку. Настольный прижим шарнирно-рычажный с горизонтальным основанием используется для надежной, удобной и быстрой фиксации узлов и деталей при сварочных, сборных, стеклообрабатывающих, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих работах. Несмотря на свой маленький вес, шарнирно-рычажный прижим с горизонтальным основанием обеспечивает быструю и надежную фиксацию узлов и деталей одним движением руки, что существенно повышает производительность. Например, закрепление деталей при механической обработке или фиксацию деталей при сварочных работах. Наиболее эффективным может быть использование двух зажимных устройств в серийном производстве, таком как металлообработка, деревообработка и так далее, где требуется быстрая и жесткая фиксация при обработке большого количества деталей. Как вам сегодняшние товары? Полезные? Что скажете? Пишите свой ответ в комментариях, мне интересно почитать. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписан на канал. Хорошего вам вечера, увидимся!